Приветствую на канале. В этом видео хочу показать вот такой сорт перчика. Это у нас декоративный сорт сладкого перца под названием паупила. Его можно выращивать как в горшке, так и в открытом грунте. На данный момент перчик у меня растет в объеме 1 литр, и высота его составляет приблизительно 12 сантиметров. Плоды у него растут вверх, что прибавляет ему декоративности. И в технической спелости перец зреет от вот такого белого, постепенно переходит в желтый, далее в оранжевый. И в биологической спелости перец имеет вот такой красный цвет. Плоды массой от 1 до 2 грамм. Здесь у меня в основном плоды массой чуть больше 1 грамма. И в огороде перец растет, вот у него уже такие плоды. То есть они более вытянутые, но в это время у него чуть-чуть тоньше стенка. То есть если взять весы, в горшке перчик весит 1,3 грамма. И перчик с огорода весит 1,75, то есть чуть-чуть больше. В технической зрелости перец, когда имеет вот такой вот тут белый либо желтый цвет, он сладкий. Вкус похож у него на ласточку. И далее, когда уже он начинает становиться вот таким оранжевым и красным, у него начинает появляться острота. Острота очень похожа на перец халапеньо фиолетовый. И по принципу, как у халапеньо, так же само, пока он фиолетовый, он практически не острый, такой сладкий имеет вкус. Как только начинает переходить в биологическую зрелость, также начинает становиться острым. Горшок у этого перца чуть меньше 1 литра. По агротехнике выращивать его очень просто, как и все остальные перцы. Первая стадия у нас вегетации больше азота, вторая стадия бутонизации больше фосфора и в завершающей стадии больше калия. Как бы я выращивал его в будущем? Первая стадия вегетации, я бы ее затянул для того, чтобы создать больший объем для перца, потому как он сразу начинает цвести и завязывать вот такие перчики. Вот я уже парочку сорвал, то есть на нем было около 10 перцев. Этот перец постоянно завязывает новые плоды, то есть если бы у нас был бы шарик побольше, он бы имел более декоративный вид. Это что касается, как бы я выращивал его в будущем. Пишут, что данный перец может вырастать 40-50 сантиметров в высоту. Не могу этого подтвердить, потому как в огороде он у меня приблизительно сантиметров 20. В огороде этот сорт перца выглядит следующим образом. Плоды также само растут вверх. Вот как можно видеть, они уже постепенно становятся оранжевые. Он постоянно цветет, завязывает новые плоды. Плоды по размеру больше, чем в горшке. То есть они более вытянутые. И по весу немножко больше. По объему сам перец где-то раза в 3 больше, чем в горшке, возможно в 4. То есть вот так этот перчик выглядит в огороде. Как видно, он не горит. Также его можно выращивать и в открытом грунте. У данного перчика тонкая хрустящая стенка. Сам перец на вкус сладкий. Можно выращивать на подоконнике. Имеет хороший декоративный вид. Растет даже в таких маленьких горшочках. На этом у меня, друзья, все. Всем, кому понравился перчик, ставим лайки, пишем комментарии. Всем всего доброго и до свидания.